Потеснитесь, новые беженцы уже в пути. Пока политики решают, что с ними делать, поток мигрантов не прекращается. В Германии мусульмане и евреи опасаются нашествия мигрантов. Это может плохо закончиться. Ранняя весна – опасность для ваших детей и собак. Смотрите, чего нужно остерегаться на улице. Российские туристы жалуются на украинских и пишут жалобы в газеты. Что там еще произошло? В 2016 году количество преступлений и правонарушений, которые были совершены мигрантами, в начале года в Германии увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такую статистику приводит газета «Бильд». Как утверждает издание со ссылкой на местные правоохранительные органы, в последнее время в крупных городах ФРГ активизировались незаконные бандформирования, собранные в основном из выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Такая тенденция представляет серьезную проблему для внутренней безопасности ЕС. Ранее о подобной мигрантской проблеме говорили Дания, Швеция, Испания и Португалия. Акции, направленные против приема Евросоюзом арабских беженцев, практически одновременно прокатились по Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Словакии и Словении. Напомним, что в Брюсселе закончился саммит руководителей государств Евросоюза. На повестке дня, помимо будущего Великобритании в ЕС, также была проблема беженцев, их перемещения, размещения и хоть какого-то контроля. Евреи Германии обеспокоены ростом популярности правых взглядов в стране. В ФРГ наблюдается постепенный сдвиг политических настроений в правую сторону, считает председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер. Он отмечает также и антисемитизм среди беженцев. Об этом он заявил в интервью одному из немецких изданий. В еврейских общинах с тревогой идут дискуссии о будущем месте евреев в Германии. В то же время он подчеркнул, что не видит на данный момент оснований для еврейской миграционной волны из страны. Однако среди евреев, по словам Шустера, значительно больше тех, кто задумывается о таком шаге. С тревогой еврейские общины наблюдают и за увеличением количества беженцев в стране, ведь многие из них уже имеют активные антисемитские настроения. На фоне этого Шустер считает необходимым прививать беженцам во время интеграционной работы безоговорочный отказ от антисемитизма. Экспорт вооружений из Германии достиг рекордного уровня. В 2015 году Германия экспортировала оружие на рекордные 12,5 миллиардов евро. Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль объяснил это особыми факторами. Ранее он заявил о сумме в 7,5 миллиардов евро, отметив, что речь идет о поставках оружия, осуществленных на основании единичных разрешений на экспорт. Однако к этой сумме следует приплюсовать поставки оружия на почти 5 миллиардов евро, осуществленные на основании разрешений на экспорт в разные страны для различных получателей. Для сравнения, в позапрошлом году Германия экспортировала оружие на 6,5 миллиардов евро. Габриэль объяснил столь значительный прирост продаж оружия за границу особыми факторами. Так, по его словам, в прошлом году только поставки самолетов-заправщиков в Великобритании принесли доход в более чем 1 миллиард евро. Еще 0,5 миллиарда евро получили за счет экспорта высокоточного оружия в Южную Корею. Европа вооружается, опасаясь военной угрозы из России. Последние военные учения с участием боевых вертолетов в Краснодарском крае России не остались незамеченными в Европе. Политики ЕС обеспокоены действиями Москвы, поэтому предпринимают ответные шаги. Опасаясь российской агрессии, европейские страны начали увеличивать свои военные бюджеты, пишет Defense News, ссылаясь на данные из отчета научно-исследовательского центра Института международных отношений. В этом году рост расходов на оборону в ЕС достиг 8,3%. За последние 20 лет европейские страны сокращали эти расходы, но теперь они снова активно развивают свои военные программы. Наиболее быстро растут оборонные бюджеты в странах Центральной Европы и Балтии – Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Эти 7 стран увеличили свои расходы на оборону почти на 20% в этом году. В Юго-Восточной Европе, Болгарии, Хорватии, Румынии, Сербии, Словении и Кипре военные расходы будут увеличены на 9%, в то время как в Западной Европе только на 2,5%. Италия, Греция и Швеция внесут изменения в свои оборонные бюджеты немного позже, хотя Стокгольм планирует повысить расходы после 2016 года. Кроме этого, Болгария, Чехия, Польша и Словакия планируют сократить зависимость от России за счет сокращения количества оружия из советской эпохи. Также стоит добавить, что небольшие европейские
европейские страны будут развивать совместные военные программы с большими державами, такими как Германия и США. Еще одна причина для увеличения выделения денег на оборону – это борьба с террористическими организациями. Даже если угроза со стороны России исчезнет, европейские страны продолжат выделять средства для своих армий из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Со своей стороны, Россия в ответ на обвинения в агрессивной политике неоднократно заявляла, что отвечает только на действия Запада. Москва якобы хочет уберечь себя от НАТО, которая активно подходит к границам России. 46 человек погибло в результате двойного взрыва в городе Хомс на западе Сирии. По меньшей мере 28 из них гражданские лица, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. В результате взрыва не менее 100 человек получили ранения. Государственный канал Сирии показал кадры разрушенных витрин, обгоревшие автомобили и мусор на улицах города. По словам правозащитников, эти взрывы стали одними из самых мощных, случившихся в Хомсе с 2011 года, когда началась гражданская война в Сирии. Террористы атакуют Хомс регулярно. Только за декабрь и январь здесь прогремело несколько взрывов, повлекших десятки человеческих жертв. Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, Россия и даже международная коалиция. Значительную часть Сирии сегодня контролируют боевики ИГИЛ. Тем временем в сети появилось видео, на котором запечатлена еще одна сила, которая принимает участие в конфликте. На этих кадрах видно, как бойцы курдской самообороны ведут бои с исламистами. И в боевых действиях активное участие принимают молодые женщины. Ранняя весна стала причиной появления гусениц, опасных для детей и собак. Гусениц походного шелкопряда можно обнаружить в любой европейской стране, где имеются сосновые и хвойные леса, так как их основной пищей являются сосновые иголки. Именно они угрожают вашим детям и собакам. Министерство здравоохранения всех европейских стран обратились к гражданам с призывом избегать прикосновений к гусеницам и следить, чтобы их не трогали дети и домашние животные. Прикосновение гусениц походного шелкопряда может стать причиной развития у людей и домашних животных тяжелых дерматитов, повреждения глаз и опасных аллергических реакций, сообщается в заявлении. Главная опасность гусениц соснового шелкопряда скрыта в волосках, обильно покрывающих все их тело. Каждый волосок содержит едкое вещество – тауметопоэин. Именно это вещество способно вызвать болезненные волдыри на нежной детской коже. А при случайном попадании с рук на слизистую оболочку глаз оно может стать причиной сильнейшего конъюнктивита. Отравление же собаки этим веществом сопровождается сильной рвотой и пеной из пасти. Животное нуждается в срочной помощи, иначе без лечения может погибнуть. Нью-Йоркская неделя моды. Как это было? 5 лучших коллекций осень-зима 2016 в одном сюжете. Модный дом немецкий, дизайнер тайваньский, шик французский. В среду Джейсон Ву, креативный директор Hugo Boss, показал коллекцию, в которой округлые линии и мягкие изгибы противопоставил архитектурному крою целого многообразия тканей – шифона, войлока, букле, атласа и кашемира. Главные цвета коллекции – горчица, охра, терракота. И вдруг неожиданный всполох фуксии. С тех пор, как 33-летний Ву возглавил Hugo Boss в 2013-м, продажи увеличились почти на 20%. Дом известен в первую очередь мужскими костюмами. Продажи женской одежды приносят чуть более 10% дохода. Это около 2,5 миллиардов евро в год. Дизайнер Кальвин Кляйн Франциско Коста породил логическое продолжение весеннего показа. Ну а гимн минимализму марка поет всегда. В первых рядах показа модель Кендалл Дженнер, актрисы Марго Робби и Зои Кравец, главред американского Vogue Анна Винтур, как всегда в темных очках. Строгие костюмы, широкие брюки, узкие пальто и много кожи и меха в отделке, на воротниках и манжетах. Франциско Коста подарил клиентам 40 городских образов, фасон строгий нью-йоркский. Ни на что не похожие эту коллекцию делают аксессуары из камней, привезенных с родины дизайнера Бразилии. Гвоздь показа короля американской моды Ральфа Лорена – вечернее платье из золотой ткани микадо, переплетение шелковых и хлопковых нитей. Иногда этот материал называют королевским, глядя на него, понятно почему. И это было главное откровение, остальные образы классика. Кашемировые пальто и пиджаки, широкие твидовые брюки-кюлоты, бархатные вечерние платья привычных оттенков и силуэтов.
Ну и под конец Майкл и Марк, без них никуда. В последний день недели моды, четверг, Майкл Корс устроил бунт. Выпустил модели на подиум без макияжа, не показал ни одного вечернего платья, зато предложил днем носить одежду из металлизированных тканей, а ночью балетки вместо каблуков. Словом, все с ног на голову. Весенние оттенки вполне годятся для зимы. А твит и цветочный принт вместе не катастрофа. Публика пока осмысляет увиденное. Закрывал неделю Марк Джейкобс, американец, стоявший у руля дома Dior более 15 лет и создатель собственной марки, фантастически популярной. Один из самых ярких образов примерила Кендалл Дженнер, что, в общем, было ожидаемо. Затем на подиуме в непривычном амплуа появилась певица Леди Гага. Викторианские пальто, воротники и банты, увеличенные до сверхъестественных размеров. Готический макияж и укладки волна в стиле 20-х годов. Неделя прагматичных показов завершилась гимном моде для сильных духом. Шахматный турнир «В ледяной воде» впервые прошел в российском Екатеринбурге. Соревнования моржей шахматистов проходят в России впервые. А идея возникла неожиданно. Просто плавать и закаляться в проруби ребятам стало неинтересно. Поэтому решили совместить игру в шахматы с испытаниями на выносливость. Идея таких соревнований возникла практически внезапно. То есть, как бы мы нашли материал о том, что еще в советское время моржи играли в шахматы. И нам такая идея пришла в голову там. Кто-то озвучил, и решили поддержать и начать играть. К участию в турнире моржи усердно готовились. В течение нескольких месяцев по субботам около 10 человек тренировались вне зависимости от погоды, даже в сильные морозы. Несмотря на отличную подготовку, средняя продолжительность ледяной партии в шахматы – 10 минут. Преимущество в том, что вы здесь силу воли больше, работаете над силой воли и над выносливостью организма, как организм готов преодолеть любые испытания жизненные. Российские туристы возмущены тем, как украинцы ведут себя за границей. Если пьют, то за Украину, если ругают, то Путина. В социальные сети взорвались шутками после того, как житель Нижнего Новгорода пожаловался в одну из общероссийских газет и его письмо опубликовали. Больше всего его возмутила знаменитая нецензурная песенка о президенте России, которую постоянно распевают украинские туристы. К слову, большой поддержки эта публикация не получила. Большинство комментариев содержали предложения, какие еще реплики можно услышать от невоспитанных украинских туристов. Напомним, в течение многих лет немецкие туристы жаловались на российских, отдыхающих в Турции. Так они были возмущены забавой, когда выпившие россияне 9 мая загоняли немцев из отеля в бассейн и выпускали только после 100 граммов за победу. В то же время авиакомпании неоднократно высаживали российских отдыхающих из-за буйного поведения на борту. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Сирии Башару Асаду картину «День Победы». Сирийский диктатор принял в Дамаске официальную делегацию из Минска. Делегацию возглавил первый секретарь Компартии Беларуси Игорь Карпенко. Сообщается, что белорусская делегация передала главе Сирии картину под названием «День Победы», а также официальное послание от президента Александра Лукашенко со словами поддержки в борьбе с терроризмом. В послании были выражены слова поддержки сирийскому народу, президенту. Высказано пожелание в дальнейшем развивать дружеские отношения между Беларусью и Сирией по всем направлениям сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси, делегация находится в Дамаске с визитом еще с 16 февраля по приглашению правящей партии Сирии БААС. Также члены делегации встретились с лидерами сирийских коммунистических партий и приняли участие в открытии спортивной и детской игровых площадок, построенных под патронажем посольства Беларуси в Сирии. Кирилл и пингвины. В сети интернет появилась новая, но вполне прогнозируемая игра. Визит московского патриарха к пингвинам в Антарктиде не остался незамеченным среди онлайн-развлечений. Напомним, патриарх Кирилл 17 февраля с официальным визитом посетил антарктическую станцию Беллинсгаузен, где погулял среди пингвинов. Это было настолько неожиданно с его стороны даже для морских птиц, что сразу появились фотографии со смешными подписями. Якобы Кирилл привез духовные скрепы. Тема московского служителя церкви и его новых верноподданных оказалась настолько популярной, что интернет-пользователи создали онлайн-игру, где Кирилл крестит похожих на него по контуру пингвинов. Главной задачей в этой увлекательной игре стало покрестить как можно большее количество пингвинов, просто летящих в руки к патриарху московскому. После крещения первой десятки православные пингвины начинают увеличивать скорость и еще стремительнее лететь навстречу вере. Если же герой не успевает их ловить и некрещенная птица падает, игра заканчивается.